Кстати, можно сравнить суммы, которые, вероятно, выделит Украине МВФ, с теми деньгами, которые разными способами вывели из нашей страны. Вот, например, актуальная оценка. С 91 года из Украины уплыло около 148 миллиардов долларов. Такие данные опубликовали вчера в газете «Зеркало недели». Что интересно, это не только банально украденные у страны средства. Это деньги бизнеса, которые предприниматели просто спасают за границей от завышенных налогов и рейдерства. То есть, по идее, если вернуть хотя бы десятую часть средств обратно в Украину, возможно, и можно обойтись без помощи Международного валютного фонда.